Сегодня у детей урок необычный. Им предстоит вспомнить цвета сигнала светофора и раскрасить дорожные знаки. Да и по-хорошему это и не урок вовсе, хотя все составляющие есть. Школьный класс, парты, карандаши. От обычных учеников их отличают только яркие жилеты. Эти ребята – команда школы 69. И они участвуют в онлайн-квесте «Зимняя дорога». Онлайн-квест по безопасности дорожного движения «Зимняя дорога» состоит из нескольких заданий, которые ежедневно школьники выполняют как самостоятельно, так и при участии педагогов. Целью данного мероприятия одна – это изучение и повторение правил дорожного движения, привитие школьникам навыков безопасного поведения на дороге с целью избежания опасных ситуаций в повседневной жизни. Всего у школьников будет 4 задания. Одно они выполнили еще в понедельник, разгадали кроссворд на дорожную тематику. Теперь раскрашивают в нужные цвета знаки дорожного движения. После выполнения задания ребята его фотографируют и отправляют организаторам конкурса. Вот сюда, в лабораторию безопасности, ежедневно приходит 220 бланков по количеству команд участников. Этот онлайн-квест проходит с 15 по 19 февраля. В нем принимают участие 220 команд из Рязанской области, из 19 районов и 4 крупных городов – Рязани, Скопина, Сасово и Касимово. Здесь же задания и придумывались совместно с сотрудниками по пропаганде безопасности дорожного движения. Условие было одно – никаких сухих задач, только с максимальным погружением. Одно из заданий онлайн-квеста – нужно угадать мелодию на дорожную тематику. Например… Это первый опыт проведения онлайн-квеста на тематику правил дорожного движения. Если ребятам понравится, то одним туром все не ограничится. Валерий Ситов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».